Пап, смотри, что там? Кажется, начинает извергаться вулкан. Даник, видимо, наш вулкан тоже проснулся. О, уже лава начинает вытекать. Надо срочно спускаться, начинается землетрясение. Папа, посмотри, какие огромные яйца динозавр. Тигозавр? Смотри, папа, их тут два! Даня и Саня! Даня и Саня! Даня и Саня! Папа, ну что, идем в поход? Ты что, так пойдешь, что ли? Ну да! На, оденься! Ничего себе! Ну, пап, ну пойдем! Сегодня мы будем забираться на вершину горы! Ну вот, мы и забрались! Смотри! Это очень высокая гора! Даня, смотрите! На самом деле, это не горы, а потухшие вулканы! Давным-давно они извергались, но сейчас они перестали извергаться. Главное, чтобы они не начали извергаться, пока мы здесь. Хочешь посмотреть жерло вулкана? Да! Ну давай я попробую пойти. Да, я хочу посмотреть жерло вулкана. Только осторожно, смотри, не упади. Смотри, какая тут черная застывшая лава. Видишь, она вся в трещинах. Вижу. Главное, чтобы он не начал сейчас извергаться, да? Да. Пап, смотри, что там? Кажется, начинает извергаться вулкан. Да, главное, чтобы наш не начал. Но я думаю, мы здесь в безопасности. Смотри! Даник, видимо, наш вулкан тоже проснулся. Что же делать? Пап, что это за шум? Это какие-то подземные толчки. Начинается землетрясение. Ты чувствуешь? Да. Вся гора ходит ходуном. О, уже лава начинает вытекать. Нужно срочно спускаться. Даня, беги, я тебя догоню. Лава уже начала кипеть. Папа, догоняй! Скоро она начнет вытекать наружу. Искры летят вверх. Быстрей! Папа, догоняй! Еле успели спуститься. Скатывайся вниз, поскорее, подальше от этого опасного вулкана. Даня, давай посмотрим, что там вылезло наружу после землетрясения. Да, давай. Мы пришли в лес. Папа, а что это? Папа, это что, яйца уток? Нет. А что это такое? Папа, а что там внутри, утята? Нет, Дань, там динозавры. Да? Да. Папа, посмотри, какие огромные яйца динозавр. Как они здесь оказались? Наверное, это было гнездо, и мама динозавра отложила здесь свои яйца. Это окаменелые динозавры. Как же нам достать их оттуда? Смотрите, какие огромные яйца. Сейчас мы их разобьем. Ой, они нас не укусят? Не знаю. Что-то не разбивается. У тебя случайно нет молотка? Да, я всегда с собой ношу молоток в карман. Ну что, сейчас мы достанем динозавров. Смотри, папа, их тут два. Папа, а как называются эти динозавры? Это, наверное, стегозавр и монолобхозавр. Давай достанем их. Давай. Ничего себе! Как они там оказались? А это тиранозавр! Тиранозавр? Вот это монстр! Я такого никогда не видел. Да. Смотрите, какие у него большие зубы! Смотри, он смотрит прямо на тебя! У них такая прочная скорлупа! Никак не разбить! Ничего себе, их целых два! А это элотрицератопс и монолобхозавр. Еще два!
Вот это скорлупки от яиц динозавра. Вот такое огромное яйцо у нас было. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. А мы пойдем играть в динозавров. Пока-пока!